Привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale, и вы долго ждали этот батл, и он сегодня состоится. Я в скайпе, ребята, с Пашей Шампановым. Всем привет, это Павел Шампанов, который сегодня порвет холдика. Итак, ребята, я хочу, прежде чем мы начнем запись видео, некоторые моменты объяснить, расставить все на свои места, чтобы вы все поняли, и не было никаких никому претензий. Изначально мы знали вместе с Пашей, что у нас будет совместный батл, но мы не договорились, как сделать вызов. Паша предложил, что он мне кинет вызов, и я его должен принять, но получилось как-то жестко, и я в ответочку такой же вызов кинул. Ну, в итоге мы друг друга недопоняли, вот в скайпе сейчас все обсудили, никаких недопониманий нету, все чисто по фану и ради интереса, и ради совместных такого видео. Ну и, естественно, выяснить, кто сильнее. Так это? Да, конечно, конечно. Поэтому, ребята, давайте без критики, кто сегодня выиграет или проиграет. Никаких подставных боев, все будет честно. Проиграю я, можете как бы, да, там, понятно, что фаны Паши будут радоваться. Выиграю я, будут мои фаны радоваться. Но, тем не менее, это будет честный поединок, никакого негатива. Чисто ради интереса провериться и сделать крутые бои. Вот такая вот интрига. Да. Вот, еще Холдик предложил немножко поменять правила, расскажи. Да, значит, смотрите, я считаю, что будет нечестно, если вдруг встретится Пека там против Лавы, либо Арбалет против Пеки, ой, против Голема, потому что, ну, я считаю, что это контр, существует контр-колоды, и это будет не совсем честно и справедливо. Я предложил играть миррор-деками, к примеру, Пека против Пеки, Лава против Лавы, ну, у каждого своя будет дека. Так я, ну, думаю, так будет более справедливо и честно. Паша согласился, и это, я думаю, будет нормальное решение, и крутые будут поединки. Кстати, ребята, забыл сказать, будет две части, три поединка на моем канале и три поединка на канале у Паши. Ссылочку на видео вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, чем больше лайков, тем быстрее выйдет какой-то новый батл, если вы что-то предложите интересное в комментариях. Дерзайте. Все, вы все готовы? Приступаем. Так, Блин, арбалет, я тоже хотел там поменять одну карту. Давай поменяем. Да уже все, уже бой. Не, ну можно, в принципе, я же не против, можем заменить, если можем переиграть. Не, ну мы не будем переигрывать, чтобы все как бы честно. Ну ладно, ладно. Не, ну может просто ты реально не успел заменить и пошел. Да, да, я хотел одну карту заменить. Ну блин, но... я теперь буду себя чувствовать, если даже и выиграю, нечестно побежали. Ну ладно, я надеюсь, что тебе это не помешает. Какой есть. Окей. Уф, так, Паша, что у тебя там за дека? А ну-ка, как тебе вот этот сюрприз? Жестко. Блин! Не, ну, я на самом деле хотел взять вместо фаербола ракету. И как бы было бы лучше, чтобы ракету запулил. У тебя, конечно же, ракета, да, вот единственное, я хотел взять ракету. Ну, блин, ну давай сыграем другой бой, возьмешь. Лол, так, ну ладно. Пускай так. Буду пытаться против ракет, но это, блин, будет очень сложно. Плюс еще и сборщик, и ракеты. Ну да, но я же специально байт. Ну, в принципе, это в любом случае байт на ракету и на фаер. Я как бы и готовился к ракете и к фаеру. Ну понятно. Ну посмотрим, что получится. Я не сильно уверен в этой деке. Мне цикл не нравится в начале. Очень сильно не нравится. Пипец прям. Да я сам вот просто выкидываю карты и не знаю, что делать. Так, ладненько. Так. Да забивай на... О, ты забил реально? Ай, блин! Блин, а урон... Пару тычек еще. По чуть-чуть буду тебя забирать. Не, надо не пропускать. Это плохо. Смотри, у нас 31-30 зрителей. Ого. Ого! А люди же знают, что батл будет. Ах, спойлеры, да, спойлеры. Да, да, да. Кто-то решил это. Блин, я не помню, что делать. Ну, блин, ну что делать-то, а? Ладно, так. Давай, хоть раз поставь свой арбалет, попробуй. Поставил, Теслу. А, нет. Получится. Так, ладно. Бревно, окей. Так. Так. Тык, хорошо. Зап. А ты успел прокрутиться. Ай-яй-яй-яй-яй. И ты меня можешь, кстати, ракетами добить там. Ага, добить, посмотри на мое хп и на свое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, ты что сделал? Я, по-моему, Ты, по-моему, бьешь мне вышку, так нельзя. Блин, я не знаю, я проиграю, у меня что-то не идет, катка. У тебя ракеты, это, блин, контра. Блин, зачем я сборщик поставил? Ладно, надеюсь, не зря. Давай, сборщик поставил. Где твоя ракета? Решил сэкономить ракету, что ли?
Нет, просто ее в цикле нет. А, вот, все, вижу. Теперь все хорошо. Блин, а Тесла-то неплохо так дефает. Да. Даже не знаю, как быть. Я проигрываю жестко. Тут я, конечно, просчитался, видимо. Окей. Так. Так, отлично. Так, у меня проблемы, по-моему. Да. Ах, дух! Ладно, придется тратить. Придется тратить. Не могу ничего поделать. Да. Пау! Ракеточка, красавица. Пошли. Давай. Ух ты! Ты поставил арбалет на деф! Да. Вот это неожиданно. Да, интрига. Так. Пиу. Так, 500 хп. Блин, ты же можешь ракеты добрать тупо. Ну да, ну чтоб ты понимал, это очень жестко по эликсиру меня просаживает. Ну, так и нет. Ой-ой-ой, вот это все, это сейчас, если я сейчас не заберу. Блин, все плохо. Да, да, арбалетом затащил. Ну что ж, тут уже без вариантов. Да. Тут уже без вариантов. Фух, а я думал проиграем вначале, ты бодро меня, кстати. Да, да. Я аж растерялся, блин, я как-то... Ракеты, это, конечно, мощно. Ну, как бы, можем переиграть. Можешь взять еще ракету, попробуем еще один бой с ракетой. Итак, друзья, следующий у нас бой. Какой? Со спеллбейтом. Ну как, ну, у тебя, в общем, самое главное, чтобы была принцесса и была бочка с гоблинами, все остальное не важно. Так, ну да. Это все у меня имеется. Угу. Почему? Я не удивлен. Бандитка, да ты чё? Ты готовился? Почему я не удивлен, да? Зачем я это сделал? Ладно, не спрашивайте, все нормально. Красавчик. Тихо, все. А что ты скажешь на вот это? Ну, не сильно пугает. Вот это плохо. Вот я бревно слил, и вот это плохо. Но я активировал. Я активировал, да. Жду бревно. Ага. Не дождешься. Не дождусь, да? Ах, да ты неплох. Так. Дай бочку. Я готов. Ладно. Тихо! Ну я какой же я словопок, капец, ну... Блин, я брю... Блин, как... Да. О, капец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ах, угу. Ну да. это жестко, нет. Это будет интересно. Ну, я, кстати, удивлен, Паша, я думал, у тебя будет классик спеллбейт, а вот к этой деке я не готов был. Ну, это еще более интересно, потому что, ну, прикольно, я люблю момент неожиданности. Так, ледяной дух. 143 зрителя, ты видишь? Это накрутили нам. Ну, понятно. Так. Я не знаю, может это и ошибка, но плевать. Ух ты, что вытворяешь-то? Ты мне сбил этот самый чип. Ага. Ну нет, ну. Я, боже, я не то делаю. Да, молодец, так всегда так кидает бревно. У меня такая была, у меня такое преимущество было, я кинул ракету, я нанес больше урона, но надо было мне кинуть бревно. Давай бревно. Ну, Паша, блин, ну почему что так туда поставил? Ну где же предикты, Паш? Так, окей, Валькирия. Я ожидал, что ты кинешь банду. Ты думал, я настолько тупой, да? И кину ее на бревно. Я, Паш... Ты не знал, что я кину бревно, как бы, чуть-чуть наперед? Ну, я знал, что ты ее кинешь по траектории к вышке, ну, камон, ну это же очевидно было. Так. Так, отлично, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, а чё она сагрилась на гоблинов? Опа, нормально, неплохо. Так, ладно. Блин, я не знаю, меня немножко беспокоит твой темный принц. Так. Давай бочку. О, один гоблин. А, ну тебя вышка, блин, спасает. Повезло тебе, блин. Ох, и повезло. Так. Чик. Блин. А, все, принцессу добил. Хорошо. Хорошо, да. Хотя ничего хорошего-то. Ты за меня болеешь? Ну да. Так, окей. Давай, Паш, тащи. Так, ну пока идем вровень. Вот это ты зря. У меня проблемы? Ну, я предполагаю, да. Ну, поверь, я могу затупить. Спеллбайт — это не моя колода, поэтому... Да я тоже особо не играю, но как бы в этом и прикол. Ой-ой-ой! Ой, блин, отлично. Зачем я бревно потратил? Я там, это там да. Без бревна. Блин, у меня валькирии нету. Блин, зачем я это говорю? Тихо.
Неплохо, неплохо. Так. Окей. Блин, да. Что ж делать? Опа, вот это я не ожидал немножко. Так. Ой-ой-ой, банда же зачем? Паша, что происходит? Я не успеваю. Че, дела пошли не так? Ну как-то не очень, и ты еще не так бочку выкинул. Хватит прессинговать. Так. Я надеюсь, мы хоть на ничью тут не сыграем. 2 минуты осталось. Не, ну хотя тут немного осталось КП. Так, мне главное крутиться, я понял, до второго бревна быстрее, потому что... Так. По-любому сейчас бустеры смотрят этот ролик со слезами на глазах, потому что я такую дичь делаю. Тихо-тихо, нет, пожалуйста, ну нет, этого не должно было произойти. То, что бустер у тебя будет сидеть под столом. Так и есть. Так. Ой-ой-ой. Ну давай, кидай свою банду. А, давай, бандиточка. Блин, чуть-чуть не хватило. А что ты, ракетой же можешь добить? Или у тебя нет ракеты? Да. Да ладно. Я еще не проиграл. Блин. Офигеть, у меня есть все шансы. Это будет... Стоп. Да нет, да, я не выиграю, ты жестко, докрутись. Это жестко. Да ладно. А я не добью. Добью или не добью? Кто быстрей? Капец, ну почему тебе так везет сегодня? Слушай, удачи на твоей стороне, это капец. 19 я... КП я тебе оставил. Охренеть, я уже... А ты чё, без ракеты играл? Да, я был без ракеты. Итак, ребятки, сейчас у нас бой с Хогами. Ну, Хог тут тоже, я не знаю, редко играл Хогом. Опа, у тебя зрители пошли. О, у меня погнали. Паша, да ты популярный. Откуда они у меня погнали? Так. У меня вообще, то есть как бы, ну, могут только друзья делать или кто, или соклановцы тоже? Да я не знаю, наверное. Так, Паш, ты пушку взял? Я чё себя слышу? Ой, блин, ты убил моего... Тебе что, три мушкетера? Не знаю. Паша, я готовился к батлу. Я все колоды знаю. Ты капец. Короче, ты признаешь, что я чемпиона взял, честно. Слушай, если тебе так везло и тогда, то я не удивляюсь. Я везучий по жизни человек. Ну, на самом деле, пушку брать против Хога это проигрышный вариант, потому что спылы контрят вот это все. О, блин, да, капец, все. Паша затупил. Mm-hmm. Блин, ребята, я не знаю, сегодня реально как-то мне везет. Вы вспомните мои ошибки, когда я играл в глобале, в грандах, Паша. Поверь, это со мной то же самое происходит. Я могу так точно и пушку поставить, и торнадом затупить. То есть это, я не знаю, просто я как-то выгляжу профессионально. А возможно играет бустер под столом. И я тебе отвечаю, не может быть так все идеально. Это бустер играет. Да, я, кстати, вот думаю, что бустер где-то рядом. Я жду, когда ты уже... Ой, вот это я зря. Ты сейчас меня на трёшку сни. Так. У тебя, блин, молния. Вот это вот меня бесит. Да, так, блин. Ну, камон, почему ты меня так недооценил? Чё ты не подготовился к батлу? Не, ну кто берёт молнию с Хогом? Паша, всё бывает в первый раз. Поэтому я тебе предлагаю подготовиться в следующий раз и взять у меня реванш. А вообще можно в следующий раз на стриме замутить. Да, без проблем, на стриме можно все, что... Прям все видели, что это онлайн-катки. Да, я даже, ну, я и этот батл думал провести на стриме, потому что, ну, камон, как-то ты вот, когда выпустил видео, что это все подстава, я готовился, и ты говоришь, что это подстава, меня прям это еще больше задело. Я реально готовился, хотел все по-честному, и ты... Не, ну, батл не подстава. Не, батл не... Конечно. А как он может быть подставой, если, блин, ну мы бы если делали подставу, но мы бы не делали так жестко, чтобы ты проиграл. Ребята, я надеюсь, вы не будете там... Капец, вот это прям сейчас жестко будет. Ну... Блин, ты убил всех духом. Как ты посмел? Так.
Да, Паша, я знал, что я составил специальную контру. Согласись, дека очень жесткая. Ты и очень... прям подготовился, прям четко. Каждую колоду прям готовился. Понимаешь, ты уже знал заранее то, что ты предложишь такие правила, что да. Мы сыграем дека. Дело в том, что было бы нечестно, если бы я эти правила не предложил, если бы мы играли рандомными деками. Ты уже все подготовил. Ну так я ж тебе тоже можно было подготовиться, Паша. Каждый момент продумал, каждую карту. Я потратил на это 2 дня, Паша. Я не стримил 2 дня. Вот так вот. По-моему, ты что-то должен сказать. Да. Холдик чемпион. Играет лучше Шампанова. Так. Признаю. Ладно, теперь скажу я. Значит, друзья, я хочу сказать следующее. На самом деле, я считаю, что батл был недостаточно честным. Во-первых, я был подготовлен. У меня были... Ну, кстати, это его проблема, что он не готовился. Но, с другой стороны, согласитесь, я подготовился, я составил контрколоды, я изучил противника, я как-то прочитал, я знал, что он возьмет и поменял правила и... в конце. Ну, как... Не, ну, согласись, если мы бы играли контрдеками, если бы мы... Ну, это было бы не совсем справедливо, то есть в плане того, что у тебя контрдека, у меня нет. А тут было мирор на мирор. Хог на хога, пека на пеку. Тебе никто не запрещал составлять какую-то деку, и мне никто не запрещал какую-то деку составлять. То есть тут все, ну, более-менее наравне было. Правила я особо не менял, деки остались те же. Ты же, ну, как бы ты свои условия выдвинул. А что я не могу выдвинуть? Я же тоже принял вызов и хочу хотя бы сражаться на своих условиях. Условия были таковы, что... Все нормально. Следующее. Значит, я предлагаю Паше взять у меня еще реванш и подготовиться к батлу. Я хочу, чтобы это было более на уровне, чтобы мы играли, ну, не знаю. И я уже колоды свои, конечно, поставлю теперь в этот раз. Но, Паша, хочу, чтобы подготовился, и мы сыграли еще раз с ним. В целом, ну, блин, я бы не сказал, что Паша плохо играет. Просто я реально был готов. А Паша не был готов. То есть, ну, знаете, я напал... напал, когда Паша был без оружия. Ну что ж, я хочу сказать спасибо, Паша, что вызвал. Но мы, я думаю, еще встретимся, да, с тобой? Ты подготовишься, и мы с тобой еще сыграем. Обязательно. Обязательно будет реванш. Обязательно, ребята, мы еще столкнемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На оба канала подписывайтесь. Ссылку на... ну, короче, смотрите в описании. Я не знаю, где будет какое завершение. В общем, смотрите описание, ребята. И смотрите наши ролики. До новых встреч. Пока.